Хорош, 3-3. Давай, ты ж за страну играешь, ёпта. Это страна играет за меня. Ты видишь, чуть не вышло. Ты еще. Память не играет, понимаешь? Собаки, на ты как тут? Спишь? Макс. Макс. Решай. Хорош. Это мы заснимем. И 4-3, девяточка. Хорошо. Вот такая заруба между Украиной и Белоруссией происходит. Ой-ой-ой, ну украинец сам себе завез И баночку. 4-4. Белоруссия не сдается. Ну, Украина сейчас Леха надкусил кусок картошки и решил, что этот матч он не отдаст. Итак, и вот она, накал. Сбрасывание. Что произошло? Пятьдесят секунд. Ой, что-то заглючило. И Леха решил пойти из-за ворот. А что так лагает? Прострел, ударчик. Сухарь, сухарь. Короче, это овертайм, пацаны. Что-то так глючит, слышишь? Может, и не овертайм, но что-то мне не нравится глюки. Леха включил торрент. Да прострели и ударь, блин. Так и делай, видишь. Смотри, гуд 16 секунд, не затупи. Да блин, глючит, сука, не могу.
Да, мне что-то подлагало, блядь. Мне так и везёт, короче, с этими глюками. Гаси! Ай, ебать! Овертайм, пацаны. Еще и штраф получил, слышишь, себе на овертайм 4 пункта.